Привет, друзья! Чтобы быть крутым водителем, важно не только хорошо водить, но и знать несколько фишек, которым позавидует даже бывалый драйвер. Поэтому сегодня на канале UFACT мы покажем вам 9 трюков, которыми вы обязательно воспользуетесь. Не рискуйте своей жизнью, пытаясь удержать мобильный телефон при использовании навигации или при разговоре. Если у вас нет держателя сотового телефона, все, что вам нужно сделать, это просунуть обычную резинку через решетку вентилятора, как показано в видео. Теперь просто закрепите свой мобильный телефон и все готово. Не тратьте деньги на крепежи и будьте в безопасности. Но давайте посмотрим, к чему может привести управление тяжелой техникой с телефоном в руке. Мы сейчас в бесплатной топ-игре World of Tanks, в отличие от других игр тут все по-настоящему. Эти танчики гарантированно поднимут настроение и помогут приятно провести время. Ищите ссылку на World of Tanks под этим видео. Регистрируясь по этой ссылке, новички получат крутой подарок. Всем автомобилистам в зимнее время знакома проблема запотевания стекол внутри салона. Средство от этой проблемы очень простое – обычный крем для бритья. Если немного нанести его на стекла, а затем протереть сухой тряпкой, на поверхности образуется микропленка, препятствующая запотеванию, а значит и обледенению. Крем для бритья будет дешевле и экологичнее промышленных антизапотевателей. Если фары вашего автомобиля уже очень мутные и обычной водой их не отмыть, тогда бегите в ванную, возьмите свою зубную пасту со щеткой, нанесите пасту небольшим слоем на фары и хорошенько потрите их щеткой. Подождите пару минут и начните очищать их сухой тканью. Отполировалось совсем неплохо. Возможно, вы замечали, что под зеркалом заднего вида в вашем автомобиле есть рычажок. А расположен он там от слепящих вас сзади мудаков с дальним светом, ну или от слишком ярких ксеноновых фар. Переключайте рычажок на себя, и зеркало поворачивается вверх, тем самым отводя свет фар от ваших глаз. Возвращайте рычаг в прежнее положение и снова можете продолжать смотреть в зеркало. Автомобильные замки зимой могут замерзать и отказываться впускать вас внутрь машины. Нанесите немного безводного дезинфицирующего средства для рук на ключ. Тот же алкоголь, который содержится в нем, способен не только убивать микробов на ваших руках, но и растопить лед в замке. Бывало ли у вас такое, что вы заехали на заправке не с той стороны, с которой расположен бак? Со всяким такое может случиться. Чтобы этого не происходило, всегда смотрите на свою панель, на ней расположены подсказки. Если стрелочка под знаком бака показывает налево, значит ваш бак слева, если направо, то бак справа. Все легко и долго думать не надо. Если вы по молодости или ваш ребенок обклеили свою машину наклейками, а сейчас хотите избавиться от них, то есть простой и удобный способ. Поскольку наклейки оставляют следы клея на кузове, то обычной водой вам не справиться. Понадобится столовый уксус, которым надо промокнуть след и оставить на 10 минут. Далее все это соскрести любой пластиковой карточкой и протереть тряпкой. Ни следа, как будто ничего и не было. У многих бывает такая ситуация, когда оставил автомобиль на подземной парковке и не помнишь где, а брелок не достает из-за большого расстояния. Для этого есть просто нереальное решение. Поднесите брелок к подбородку и нажмите кнопку «Открыть машину». Не поверите, но полости вашей головы работают как своего рода антенны. Поэтому, когда вы поднесете брелок, сигнал увеличится на несколько метров, и есть шанс, что вы найдете машину, если она расположена не так далеко. Круто, правда? Но круче будет просто натренировать свою память и внимание. Как? Играть в World of Tanks. Ведь такие игры прокачивают мозг по полной. К тому же в танчиках самые стабильные серверы, взрослые игроки, а сама игра отлично работает даже на слабых ПК. Ссылка на World of Tanks есть в описании под этим видео. Перейдя по ней, новичок получит крутой подарок. Чтобы ваши колеса выглядели идеально чистыми и как новенькими, попробуйте такой способ. Вылейте в ведро пол-литра кока-колы и немного средства для мытья посуды. Слегка взболтайте и вымойте этой смесью колеса. Вроде бы выглядят чисто, но испытав этот лайфхак, думаю, вместо колы вполне можно было обойтись и простой водой. Ставьте лайк, если вам понравились эти трюки, и поделитесь этим видео со своими друзьями, чтобы они тоже испробовали их на своих машинах.